Делегация администрации Владивостока посетила Еньбянько-Рейский автономный округ КНР. Во время рабочих встреч глава дальневосточной столицы Константин Шестаков и губернатор Якао господин Хун Цин составили план сотрудничества на ближайшие полгода. Стороны обсудили совместную работу в областях бизнеса, логистики, туризма и культуры. В частности, предложено организовать во Владивостоке и столице Якао ярмарки, где будет представлена продукция обеих стран. А в КНР смогут больше узнать о приморских предпринимателях. Важно и гуманитарное направление. В рамках него обсуждается возможность совместного празднования Дня Победы на территории Владивостока. Помимо прочего, обсуждался блок содружества школьников. Достигнута договоренность об участии команды юных спортсменов из Якао в международных играх «Дети Приморья», которые пройдут во Владивостоке в июле. Отдельно Константин Шестаков остановился на туризме и транспортных вопросах. Это возможность открытия прямых на сегодняшний день, скорее всего, чартерных рейсов, впоследствии регулярных рейсов, которые бы связывали города провинции Цзилинь. Ну, мы, в частности, обсуждали город Янцзы. Также обсуждали возможность организации чартерной линии в город Чунчунь. Второе направление – железнодорожное. Мы договорились о том, что мы предпримем ряд практических мер для того, чтобы значительно увеличить количество поездов на этом направлении, количество составов. Третье направление – это направление автомобильное, автомобильный пункт пропуска Хунчунь-Краскина. На сегодняшний день мы видим интенсивное движение по этому пункту пропуска, но основная задача, уверен, которая стоит перед обеими сторонами, значительно увеличить эту динамику, а это возможно только благодаря переходу на режим работы 24 часа 7 дней в неделю.